Одинцовские депутаты от «Единой России» Ирина Грабарчук и Павел Чемурлиев проверили качество благоустройства тротуаров в Одинцово на улице Молодежной и у дома номер 136 по Можайскому шоссе, а также выполнение ямочного ремонта во дворе дома номер 36. Инспекцию провели по обращению членов Ассоциации многоквартирных домов. Вместе с начальником управления благоустройства администрации муниципалитета проверяющие зафиксировали все замечания, поступившие от жителей, и взяли на контроль их устранение.